Деревня Передулье, Жуковский район. Уютный населенный пункт в красивом месте. На 10-соточном участке земли находится дом. Дом большой, сделан из блока. Два полноценных этажа плюс мансардный этаж и подвальный, полуподвальный этаж. Площадь одного этажа более 100 квадратных метров. Стены из блока, утепленные снаружи и оштукатуренные. Это вот качество кладки. Это вид с балкона первого этажа. С первого и второго этажа открывается вид на старинный храм. Рядом сосновый лес. На первом этаже бетонные полы. Здесь требуется стяжка. Есть выход на балкон на первом этаже. Такой задний вход. И выход на участок. Это вид на соседний участок. Так. В доме есть все городские коммуникации, включая газ и свет. Газ подключен. Это помещение для котельной с современными дверьми. Временная лестница на второй этаж. Второй этаж деревянный. Деревянная перекрытика. Так, это вот красивый вид с балкона второго этажа. Соседний лес на соседние участки. Вот. И на сам участок. Кирпичные колонны. Здесь место для установки лестницы на второй этаж. В смысле, третий этаж, мансардный. Утепленная крыша, высота в коньке 3 метра. Так, а это вот балкон второго этажа. Вид на храм. Храм действующий, в нем проводится богослужение. Прямой автобус из города Обнинска возит людей каждый день на службы. На сегодняшний день один из лучших вариантов на рынке недвижимости в этом районе –